Так, итак, господа, всем доброго времени суток. Вы находитесь на канале Deadline Dot Room, с вами Георгий, и мы продолжаем наш летсплей по игре Mass Effect, часть первая. А сегодня у нас с вами в планах, собственно говоря, посещение Фиста. Перед этим мы с вами разгромили его бар, вынесли тут всех, кого нашли, и, собственно, сейчас готовимся войти к самому Фисту. А, к сожалению, после переустановки тут системы я тут маленько похимичил с компом и посеял таки все сохранения от Mass Effect 1, поэтому мне пришлось пройти игру заново до этого момента. Я надеюсь, что больше у вас таких накладок не будет. Героиню я создал точно такую же, Джейн Шепард, точно такого же внешнего вида, но понятно, поскольку у меня выпадали другие... случайным образом выпадало другое обмундирование, то, допустим, сейчас у меня надета броня Скорпион 1, поэтому она выглядит вот таким вот образом интересным, да. Вот, из оружия вот можно посмотреть Банши 3, у нее стоят модификации отдачи гаситель 2 и патроны молот 2. Соответственно, дальше у нас Ятаган Дробаш, или Дробыш, кому как больше нравится, дробовичок. Собственно, бронебойные патроны внутри, пистолет обычный, Страйкер 2, без модификаций, Мститель 1, снайперка. Ну, в общем-то, и все. И какой-то гранатомет, которого у меня нет. Непонятно, откуда здесь взявшийся. Значит, далее. Прокачку персонажа я сделал такими же, которые мы с вами делали на видео, собственно. Но сейчас у нас с вами есть доступных 8 очков, поэтому их стоит, я думаю, распределить. Давайте сделаем. Значит, во-первых, мы с вами прокачиваем обаяние, чтобы у нас была скидочка и топ-варианты при общении, я думаю, пригодится. И опять же, вот сюда можно его вкачать. Обаяние вообще штука полезная. Так, дальше у нас есть вариант с боевой броней. Так. Ту-ту-ту. Физическая подготовка. Мне вот на самом деле интересно, где мы можем получить ношение тяжелой брони, потому что я почему-то этого дела не вижу пока. Нигде. И надеть тяжелую броню мы не можем почему-то. Хотя вроде у нас класс солдата, поэтому, по идее, все должно быть нормально, да? Причем, кстати, в последнее время я больше всего пользуюсь дробовиками. Ну вот я пока проходил игру до этого момента опять. То есть я больше всего пользовался дробовиками, потому что в ближнем бою они просто выносят. А бой в основном ближний пока что встречается в замкнутых помещениях, да? Так, что же нам с вами прокачать-то? Устрашение это не интересно. Боевая броня. Давайте боевую броню прокачаем. Вот так вот, до первой помощи. Так. Угу. Во, во, позволяет использовать тяжелую броню. Все, вот это то, что мне прям было нужно. А сколько оно стоит? Очки. Не понял, почему я не могу ее изучить? Йоу. Чего, очков что ли не хватает? Интересно. Первую помощь могу выучить. Да? Могу. А вот для этой очков почему-то не хватает. Не написано, на самом деле, не вижу, по крайней мере, нигде, сколько это стоит, то есть сколько очков мне нужно на нее потратить. Ну ладно, значит, не хватает очков. Ну что ж, хорошо, давайте тогда вот именно так и оставим, и тогда вот сам на свой вопрос ответил, тяжелую броню мы с вами сможем использовать уже достаточно скоро. Замечательно. Да чего, я все уже улучшил. У Эшли все прокачано, у Гарусу тоже все прокачано, он автоматически, собственно говоря, прокачивается у нас, как и весь остальной отряд, это, в общем-то, его право. Так, замечательно. Все, давайте быстренько сохранимся и понеслась, собственно, к Фисту. На всякий случай дробыш достанем. Салют. Ага, пока нам вроде дробыш. Стой, где стоишь? Не приближайся. Складские рабочие. Все настоящие охранники должны быть мертвы. Стойте на месте, или мы будем стрелять. Вот, кстати говоря, у нас с вами дополнительные варианты, да? То есть, либо стандартные варианты, которые у нас могут быть при любом раскладе, либо вариант доброй стороны, ведем себя как герой и предлагаем им смотаться, пока мы не начали в них палить. И вы допускаете ошибку, это вариант устрашения. Нам он недоступен, потому что устрашение не прокачано. На самом деле странно с нашей стороны угрожать им, потому что на нас уже наставлены стволы. Мы бы не успели в любом случае достать свои пушки, но допустим. Самое время поискать другую работу. Да, верно. Так и сделаю. Мне этот Фист никогда не нравился. Что-то как легко они сдались. Мне бы никогда не пришло такое в голову.
Стрельба не всегда помогает решить проблему. Типа того. Нет, ну хорошо, на самом деле, отлично. Я не думал, что они так быстро сдадутся. Что-то они как-то... Давайте шкафчик вскроем. Так. Вот так вот. Так, Страйкер 2 и Таган 2. А, все полезно, поскольку у нас мы можем заменить дробовичок вот этот. Давайте здесь поставим отсутствующие... Ну, алло. Вот так. Вот. Теперь, собственно, заменим на Итаган 2. У него гораздо больше урон. Так. Ну и в целом он получше. И уже в него зарядим те самые бронебойные патроны. Так, все, отлично. А, Итаган 1 можно, в общем-то, либо переработать в Унигель, либо... А чего нельзя переработать в Унигель? Стоять. Вот. А вот теперь перерабатывай. Да. Вот так. Все, отлично. Интерфейс, к сожалению, не очень отзывчивый, потому что, ну, все-таки игрушка достаточно старая, и не все еще тогда в плане юзабилити было хорошо. Я что? Стоять. Что я должен делать? Время подыхать, солдатня. Ты фист, что ли? Ага. Нахер. А я говорю, в ближнем бою... Что-то как-то больно. В ближнем бою просто решает дробовичок. Что-то по нам хорошо так влепили. Ну, высунись, зараза. Эти турели вставляют прям. О! Да на тебе! На тебе еще раз! Фига себе, как больно бьют! Панацелинчик! На тебе! На тебе еще один! Да что ж такое-то? Так, что там, походу, гарус очень достается. Так, ага, вынесли турель. Подожди! Не убивай меня! Я сдаюсь! Молодец! Где Кварианка? Нет ее здесь! Не знаю, где она! Я говорю правду! Он лжет. Ну и голосочек же у него, конечно, внешне никак вообще не стыкуюсь с его внешним видом. Головорез вроде такой, лидер и такой голос. Так... Тебе лучше все рассказать, пока я не потеряла терпение. Кварианки нету здесь! Заявила, что будет говорить только с серым посредником, тет-а-тет! Невозможно. Серый посредник работает только через агентов. Никто не видел этого серого черта! Никогда! Даже я не знаю, кто он! Но она-то этого не знала. Я ей пообещал ей устроить встречу. Но когда она объявится там, ее будут поджидать люди Сарана. Да я не могу просто, у него голос как у ребенка обиженного. Это вообще кошмар какой-то. Говори где. Быстро. Да тут, в жилых секторах. Переулок за рынками. Она встречается с ним прямо сейчас. Если поторопишься, успеешь. У нас нет времени. Идем. Не беспокойся. Больше ты меня не увидишь. Хочется верить в твоем же, в твоих же интересах, собственно говоря. Что тут у нас с вами? Так. Сейф. Сейф — это хорошо. Улучшенный прицел — это тоже хорошо. Потому что у меня что-то есть такое ощущение, что он... неплохо повысит нам точность снайперской винтовки. Ну-ка. Да. Хотя он у нас с вами такой уже был, оказывается. Все, неплохо. Так, плюс у нас есть с вами датчик-гаситель. Его можно поставить на дробовичок. Потому что дробовичок станет поточнее немножечко. И это будет нам полезно в любом случае. Так, пистолет Страйкер 2 у нас с вами уже есть. Его можно дать, например, Уильямс. Или Гарусу. В общем, разницы никакой. Давайте дадим Гарусу. Ну, чтобы он у нас с вами был получше немножко экипирован. А можно опять же ему что-нибудь засунуть в этот пистолет, но он, по-моему, не часто пользуется, поэтому без разницы. Так, все. Гарус вообще в основном штурмовую винтовку, по-моему, использует. Хотя, насколько я помню, членам отряда можно приказывать брать в руки... Ой, у нас с вами, оказывается, все на время. Я тут что-то увлекся. А можно брать в руки, приказывать конкретные вещи, то есть не обязательно, чтобы они использовали только то, что они хотят использовать. Можно приказывать.
Так, что-то я маленько не понял. Кстати, еще заметил одну особенность. Наши бравые вояки, очень соратники, они очень любят, просто ну очень любят стрелять в своего лидера, в спину. Кстати, рекомендую, ребят, почаще пользоваться пистолетом, потому что он очень точный. Он стреляет прям, ну, замечательно на дальней особенной дистанции, когда требуется такой достаточно точный огонь, но при этом не очень похожий на снайперскую винтовку нам, да? Вот, эта штука прям незаменимая, пистолетец. Так, слышите? Порядок. Гарус, ты что там помираешь постоянно, а? У меня нет на тебя панацелина столько. Слушайте, у нас с вами времени не так уж и много осталось. Нам куда идти-то вообще? Ребята, вы что отстали? Вообще наши, ну, опять же, да, игра достаточно давнишняя, и поэтому наши помощники, они достаточно тупые. Они часто не больно умные, но в современных играх, я имею в виду, но тем не менее. Так, ну я так понимаю, нам с вами сюда, поскольку все остальные двери закрыты. Вы что ли? Ага. Принесли. Где серый посредник? Где Фист? Сейчас будут. Где доказательства? Так не пойдет, сделка отменяется. Но она не промах. Так, прячемся. Нычкуемся. Опа, у нас с вами оружие перегрето. У нас, походу, что-то кинули нехорошее. На тебе гранатку. А! Нравится? Что, и тебе, что ли, кинуть гранатку? А то у меня тут как раз оружие. Оружие перегрето. Что-то они прочные. Что-то я не пойму никак. Или я в них как попасть не буду. Давайте его прям в голову зарядим из снайперки. Бум! Ой, сейчас опять... А что за прикол? Это он такой толстый или в чем проблема? Странно. Что он сильно толстый очень. Кошмар. Так. Фист подставил меня. Я знала, что ему не следует доверять. Тализора Нарая. Неплохое имя. Ну, будем звать ее Тали. Вас не ранили во время перестрелки? Я могу и сама себе позаботиться. Но за помощь спасибо. Кто вы? Меня зовут Шепард. Я ищу доказательства того, что Саран предатель. Тогда мне нужно отплатить вам за то, что спасли мне жизнь. Нужно уйти в безопасное место. В кабинет посла. Там безопасно. И он уж точно захочет на это посмотреть. Вы усложняете мне жизнь, Шепард. Перестрелка в жилых секторах. Масштабная операция по нападению на логово Коры. Вы хоть представляете? Кто это? Кварианка? Вы что задумали, Шепард? Хорошие новости, посол. У нее есть доказательства того, что Саран связан с гетами. Это правда? Может, вы начнете с самого начала, мисс? Меня зовут Тали. Тали Зора Нарая. Тали. Кварианцы здесь бывают нечасто. Почему вы покинули флотилию? Я отправилась в паломничество. Это ритуал вступления в совершеннолетие. Расскажите, что вы нашли. Во время своего путешествия я слышала сообщение о появлении гетов. С тех пор, как геты стали причиной изгнания нашей расы, они никогда не пересекали границу Вуали. Мне показалось это любопытным. Я последовала за одним из патрулей гетов на неисследованную планету. Дождалась, когда один из них отстанет от своей группы. А потом отключила его и вынула модуль памяти. Я думал, в момент смерти гета его модуль сгорает. Что-то типа защитного механизма. Как вам удалось сохранить модуль памяти? Мой народ создал гетов. Если действовать быстро и аккуратно, вам может повезти, и небольшие фрагменты данных удастся сохранить. Большая часть данных была уничтожена, но мне удалось вытащить кое-какие звуковые дорожки. Молодец.
Показывай. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. Это голос Сарна. Это подтверждает его причастность к нападению. Он сказал, что после Иден Прайм они приблизились на шаг к каналу. Что это значит? Канал каким-то образом связан с маяком. Возможно, это одна из протеанских технологий. Что-то типа оружия. Подождите, это не все. Сарн работал не один. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про пожинателей. Мне кажется, я уже слышала о них. Согласно данным модуля памяти, пожинатели — высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили протеан, после чего исчезли. Так, по крайней мере, считают гетты. Звучит каким-то неубедительным образом. Видение на Иден Прайм. Теперь я понимаю их смысл. Я видела, как протеан уничтожили пожинатели. Гетты считают пожинателей богами, вершины неорганической жизни. И они полагают, что Сарен знает, как вернуть пожинателей. О, совет придет в восторг. Любопытно. А вообще, пожинатели, о которых они говорят, да, действительно, это высокоразвитая раса машин. Мы с вами это посмотрим, увидим их. Я думаю, по-моему, даже в этой части мы с вами уже с ними встретимся. Но в данной ситуации у нас с вами все осложняется тем, что Сарн решил этих пожинателей вернуть, а поскольку они истребили протеан в свое время, 50 тысяч лет назад как раз исчезли протеанцы, да, судя по истории этого мира, то получается, что жнецы их вынесли, жнецами, кстати, называют в остальных частях, по-моему, и мы с вами тоже так их будем называть, они, в общем-то, жнецы. Reapers, да, с английского это жнец. Ну, либо пожинатель, кому как больше нравится. Очень бы не хотелось, конечно, чтобы эта раса возвращалась, потому что уж если от них огребли протеане, то есть та раса, которая сейчас оставила нам достаточно большое количество высокотехнологичных изобретений, те же ретрансляторы, цитадель, да, то есть то, чем все люди сейчас пользуются и другие расы, и уж если даже такая развитая раса смогла потерпела поражение от жнецов, то уж нам-то с ними точно нечего связываться. Поэтому не хотелось бы их возвращать, заодно, в общем-то, Сарана заткнуть, потому что он, зараза, мы его в прошлый раз победить не смогли на дебатах. В этот раз, я думаю, сумеем. Такие новости сложно переварить. Они могут проигнорировать все, что мы им скажем. Неважно, что они подумают насчет всего остального, эти аудиофайлы однозначно доказывают предательство Сарана. Капитан прав. Мы должны сообщить об этом совету незамедлительно. А что насчет нее? Насчет Кварианки? Меня зовут Тали. Капитан, вы видели, на что я способна? Разрешите мне пойти с вами? Ну, конечно, а почему нет? Я приму любую помощь. Спасибо. Вы не пожалеете об этом. Мы с Андерсоном подготовим сообщение для совета. Таким нехитрым образом у вас есть несколько минут на подготовку. Встречаемся в башне. Без проблем. Так, теперь, собственно, можно выбрать, с кем же нам бегать основную часть времени. Так, ну Эшли у нас чисто боевые умения. Гарус нечто среднее между техникой и боевкой. Тали, ее Тали все-таки зовут, да, у нее только техноумения. То есть... Ну, достаточно хорошо развитые, да, но тем не менее. Кайден у нас частично развивает биотические и технические. Ну, Кайден мне в принципе не нравится. Наверное, стоит их совместить, конечно. То есть, чтобы была Тали и Гарус. Давайте сделаем, наверное, вот так, потому что... Да, то есть пусть у нас будут в равной мере развиты технические боевые умения, ну, а биотику, в общем, оставим. Так, вот так вот. Тали, будем знать. Да, раньше почему-то я все равно называл ее Тали. Ну, Тали, соответственно. И Гарус. Отлично. Так, 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 так. Здесь, помнится, мы первый раз с послом говорили, да? Теперь, собственно, давайте отправляться в башню. Мне, на самом деле, очень интересно, чем сейчас все закончится в совете. Они нас могут ведь, в общем-то, и снова послать.
как в прошлый раз они это сделали, да? Ну, в прошлый раз, в принципе, они, конечно, были правы, это понятно, потому что у нас нет никаких... Капитан Шепард, у вас не найдется для меня минутки времени? Не было на самом деле никаких доказательств и тому подобного, но сейчас-то все есть. Что это за мужик такой? Самеш Батия или Самеш? Капитан Шепард? Меня зовут Самеш Батия. Самеш. Извините за навязчивость, но мне больше не к кому обратиться. Ага. Что вам нужно? Моя жена служила в космической пехоте. В 212-м подразделении на Иден Прайм. Я отправил запрос на возврат тела для кремации. Но военные мне отказали. Я так понимаю, это одно из побочных заданий, которое мы с вами можем выполнить. Ну давайте дослушаем. Чем был вызван отказ? Должна быть какая-то причина. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что тело моей жены невозможно вернуть домой. Они не могут просто так удерживать тело вашей жены. Ждите здесь. Моим делом занимается мистер Боскер. Последний раз я его видел в том дорогом баре. Спасибо, что уделили мне время. Я хочу достойно похоронить мою жену и оказать ей соответствующие почести. Ну, в принципе, почему нет? А давайте поможем, оставим, плюс это дополнительный опыт, оставим это задание на всякий случай. Может быть, я его за кадром сделаю, а может быть, и вместе пройдем. Так, отправляемся в башню, друзья. Сейчас нас ждет, я думаю, интересная беседа с советом. Ну и если сильно повезет, то там еще и... А, этого мы уже сканировали. Если сильно повезет, то там еще будет и Саран. Посмотрим на его реакцию. Так, я туда вообще бегу. Вроде нет. Так, я, кстати, тут побегал еще, поискал этих хранителей, то есть, возможно, что я их немножко больше нашел уже в цитадели, чем у нас с вами было на момент снятия последнего ролика по Mass Effect, но ничего страшного, я думаю, в этом нет. Пойдемте. У Дина демонстрирует совету доказательства, полученную к варианке. А это будет мы интересно. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Вам нужно было доказательство? Вот оно. Ваше доказательство неопровержимо. Да ладно. Саран будет лишен статуса спектра. Круто. Нами также будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Я узнаю второй голос на этой записи. Он принадлежит матриарху Беназии. Ну ладно, хоть прислушались, а то уж я думал, сейчас скажут, ну это всего лишь аудио, это фигня. Молодцы. Кто это? Матриархи — это Азари на последней стадии своей жизни. Их уважают за мудрость и опыт. Они служат учителями и вождями моего народа. Матриарх Бенези очень сильный биотик, и у нее много последователей. Для Сарана это могущественный союзник. Меня больше беспокоят пожинатели. Что вы знаете о них? Только то, что удалось восстановить из памяти Гетта. Пожинатели — древняя раса машин. Они уничтожили протеан, а затем исчезли сами. Гетты верят, что пожинатели — боги, а Саран — пророк их возвращения. Нам кажется, что канал — это ключ к их возвращению. Саран ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое канал? Саран полагает, что с его помощью можно вернуть пожинателей. И это плохие новости. Вы понимаете, что говорите? Саран хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Невероятно! Невозможно! И куда исчезли пожинатели? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Если они реальны, то мы должны были обнаружить хоть что-то. Ну, вот опять начинается, да? То есть, вроде как уж Саран на записи говорит сам, что да, я ищу канал, и что вот с ним соглашается матриарх Бенези, как мы уже поняли, что это да, это приближает нас к пожинателям. Вот все ж сказано, но нет, вдруг пожинатели не существует. Ну что за политики? Ну, что делать? Я предупреждала вас о Саране. А вы отказались взглянуть правде в глаза. Не повторяйте ошибки.
Это другой случай. Вы доказали, что Саран предал совет. Все мы согласны с тем, что он использует гетто в поисках канала. Но мы не знаем, почему. Очевидно, что пожинатели — это миф, капитан. Удобная ложь для прикрытия истинных мотивов Сарана. Легенда, которую он использует для того, чтобы привлечь геттов на свою сторону. 50 000 лет назад пожинатели уничтожили всю цивилизацию в галактике. Если Сарен найдет канал, это повторится. Сарен — предатель, который спасается бегством. У него уже нет ни прав, ни возможностей спектра. Совет лишил его всех полномочий. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в Траверсе. Вот и пошлите туда свой флот. Флот не может атаковать одно единственное существо. Флот Цитадели может оцепить весь регион. Это помешает геттам нападать на наши колонии. Но это может привести к войне с системами Термина. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Ну, в принципе, тут с ними сложно спорить. Как обычно, там нельзя поступаться интересами меньшинства, если... Точнее, нет, интересами большинства нельзя поступиться в пользу меньшинства. Нельзя сохранить 10 жизней против 10 миллионов. Ну, трудно сказать, и то, и другое плохо, конечно. Я могу остановить Сарана. Я согласна с капитаном. Есть способ остановить Сарана без флота или армии. Нет, еще слишком рано. Человечество не готово нести ответственность спектров. Ну, естественно. Вам не придется посылать флот в Траверс, а посол получит спектра человека. Все счастливы. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед. Да, повышение, это приятно. Откуда ты сразу толпа набежал? Решением Совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры — это идеал, это символ, воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они — правая рука Совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое бремя. Они — защитники мира в галактике. Они — наша первая и последняя линии обороны. Безопасность галактики в их руках. Вы — первый спектр человек, капитан. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Ура! Шарики, фанфары, все радуются. Собственно, замечательно, друзья. Я вас поздравляю, мы с вами стали спектром. Ну, чисто в материальном плане пока непонятно, что нам с вами это дает. Но понятно, как минимум, что для нас это дополнительные полномочия. То есть, грубо говоря, это пропуск, ключ ко всем дверям, да, ко всем замкам. Пропуск в любые помещения, доступ максимального уровня секретности и так далее. То есть, в принципе, у нас с вами развязаны руки, мы можем делать все, что угодно. В рамках, естественно, нашего расследования, например, там, да. Но, насколько я понимаю, здесь, в отличие от нашей привычной полицейской системы, здесь расследованием все не ограничивается. То есть мы можем делать, в принципе, все, что хотим, потому что мы спектр. Мол, я пришел, показал, там, я не знаю, билетик, да, там удостоверение, и, в общем-то, передо мной открываются любые возможности. Это круто. Это большая честь для меня, советник. Мы посылаем вас в Траверс за Сарином. Он скрывается от правосудия. Поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения.
Ну, у них про зацепки, наверное, бессмысленно спрашивать. Они сами только что поняли, что Саран предатель. Так что сами разберемся. Я найду его. Заседание совета закрыто. Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать, Шепард. Вам понадобится корабль, команда, оборудование. А еще будет вам доступ к специальному снаряжению и тренировкам. Отправляйтесь в Академию СБЦ и поговорите с интендантом. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Специальное снаряжение — это круто. Я думала, посол окажется более благодарным. Он даже не сказал вам спасибо. Да ну его в пень на самом деле. У него и без того забот хватает. Идемте. После вас, Шепард. Так, обучение спектров открывает доступ к навыкам обаяния и устрашения. Давайте-ка, собственно, глянем, что у нас с вами есть. Кстати, радиоактивные патроны нам с вами дали. Что бы это ни значило. Так, патроны молот 2. На цели сокращение времени восстановления, да? Так, ну пусть будет молот 2 в банше. Хотя мне бы на самом деле бронебойники-то больше пригодились бы, наверное. Ту-ту-ту. Я ж чаще все-таки пользуюсь не этим, да? Давайте сюда поставим радиоактивные, а вот в Ятаган поставим бронебойники, точнее молот 2. Потому что они повышают огневую мощность на 25%, а это для дробовика прямо штука незаменимая. Ну и, в общем-то, наверное, с этим все. Так, хорошо. Теперь давайте, собственно, посмотрим, что у нас по части развития. Ну вот, собственно, да, то есть у нас с вами есть повышение обаяния до 7 уровня, до 8 уровня. Скидка в магазинах предоставляется новая. Но первое, что нам с вами надо сделать, это использовать тяжелую броню. Вот. Можно использовать тяжелую броню. Вот это прям круто, это прям нужно было. А дальше, в общем-то, можно прокачать еще обаяние до максимума, плюс скидочка магазинов и обучение спектров. Так, здоровье на 5%, длительность урона всех умений и навыков на 1, максимальная точность на 2%. Ага. Так, и восстановление точности. Ну, восстановление точности — это скорость сведения прицела, по сути. Так, в серединке у нас что? Единство. О, оживляет погибших членов отряда, восстанавливает им неплохо так здоровье и т.д. т.п. Нет, вообще вот это вот прям тема. А вот нафиг мне устрашение, кто-нибудь может сказать? Или мне его изначально прокачали? Ну ладно. Нам его, видимо, дали бесплатно. Пум. Все, отлично. Как раз мы с вами прокачали обучение спектров до 4. Получили навык единства. А в дальнейшем он будет прокачиваться, просто увеличивается восстановление здоровья и щитов, что, в общем-то, неплохо. Восстановление, кстати, тоже сокращается, время восстановления, до 90 секунд со 150, это неплохо. И штраф снижается к точности. Да, в общем, штука полезная, надо будет обязательно прокачать, я думаю. Да. И замечательно. И теперь нам с вами нужно сделать самое главное, это надеть, наконец-то, тяжелую броню. Потому что у нее отличная защита от урона. Тынц. Во. Черная такая темная броня Гидра. Вот это уже классно. Потому что... Так, ну этим товарищам наша бронька не подходит, поэтому давайте ее переработаем. Это броня для человека. Вот это прям броня классная. Она, во-первых, и выглядит очень круто. Да. Красные огонечки, красные волосы у нас с вами у героини. Ну и черная такая броня. Ну и очень высокая, естественно, защита физическая. Вот так мы с вами смотримся. Повернись. Вот. Замечательно, на мой взгляд. Ну и давайте, собственно, сохранимся. Так. Супер. Быстрая сохраняшка. Ну и, в общем-то, откуда курсор? Так, ну и, в общем-то, отправляемся теперь дальше. Дальше у нас с вами по планам что? Это, насколько я помню, к интенданту нам с вами нужно отправиться для того, чтобы он нам выдал особое снаряжение. Если нам с вами дадут какие-то новые пушки, я буду прямо счастлив, потому что денег у нас с вами пока что особо не наблюдается. Так, жилые сектора и... Так, это ж интендант СБЦ, по-моему, да, поэтому давайте туда отправимся. Да, это Академия СБЦ, и вот у нас с вами вот здесь вот справа... Какой-то то ли квест, то ли чего, не очень понятно. Насколько я помню, интендант где-то снизу находится. Так, не здесь. Кстати, давайте изучим вот эту вывеску. Это кодекс.
Изучение любых рекс. Ага, это Кроганец. Вот этот, вот. Ну, мы с ним тоже побеседуем еще. Изучение любых вещичек таких, вот знаете, надписей, всяких терминалов и прочего, оно дает всегда дополнительный опыт. Ну и записи в кодексе. То есть, если интересно, можно почитать. Поэтому я рекомендую все изучать, что вы видите. Лишний опыт лишним не бывает. Приветствую, капитан. Салют. Покажите, что у вас есть. Хорошо. Давайте-ка посмотрим ваш... Ух ты. Наверное, это какая-то ошибка. И это не ошибка. Ну чё уставился? Здесь говорится, что я должен открыть вам доступ к лучшим товарам. Вы Спектр? Представь себе. Что ж, я слышал об этом, но не догадался, что это вы. Извините, капитан. Да ничего страшного. Ну, конечно, у него глаза по 5 рублей были. Это прям замечательно. Ну, давай. Просто покажите, что у вас есть. Я открою вам доступ к крепким товарам, капитан. Наслаждайтесь. Да я бы насладился, но я догадываюсь, сколько это все стоит. Вот, допустим, тяжелая броня Оникс 4. 19 тысяч. Где я тебе возьму 19 тысяч, непонятливое ты создание? У меня 2 800. Вот как бы есть уникальные предметы еще. Так, не понял. Лицензия лаборатории Элдрин для интенданта Нормандии. Что-то я не понял, что это. Давайте купим, он стоит 95, не считается. Так, и увеличит количество переносимых гранат на единицу. Что ж, давайте возьмем. Я так понимаю, это и были уникальные предметы, те самые, да, к которым нам открыли доступ. Ну, в общем, неплохо. В любом случае, пригодится. Ну, а по поводу интенданта я, честно, не понял. Но я, насколько понимаю, это просто, может быть, у нас с вами на корабле появится возможность приобретать что-то без приезда на цитадель обратно. Может быть, в этом дело. Так, ну, конечно, тут очень много всего вкусного, классные пистолеты и все такое, но это все стоит бешеных денег, у нас с вами которых попросту нет. Так, а что-то подешевле есть, допустим, Гидра 2, сколько стоит? Так, 1900, эксклюзивный товар. Какие у нее показатели? 35-98, защита от урона 33-84. Ну, стоит ли оно того, это, конечно, вопрос. Так, а Гидра 3 сколько стоит? Минуточку, тяжелая. Тяжелая броня человека, есть только телохранитель. Вот это уже дело другое, да, 160 единиц. Ну, правда, она и стоит 9500, ага. Так, ладно, так, тяжелая броня для человека бывает? Нет, только Гидра есть, да? Только Гидра. Давайте возьмем. Фиг бы с ним. Давайте возьмем, переоденемся и, собственно, будем иметь чуть больше защиты. Жаль, внешне никак не отличается. Чуть больше защиты, а ту броньку продадим. Покажи. Я открою вам доступ. Да спасибо, спасибо. Я уже понял, что ты откроешь доступ этот. Так, улучшение брони, кстати, надо будет поставить. Бронебойки пусть пока остаются. Гидра 1 продаем. Ну, к сожалению, всего лишь 30. Господи, как дешево все продается. Кстати, амортизаторы 2 можно продать. Стимулятор это что такое? Так, 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 так. 9% сокращения времени восстановления. А это неплохо, причем стоит он 525, достаточно дорого, значит продавать его явно не стоит. Супер. Куда? Я не это имел в виду. Так, минуточку, что я сейчас продал? Вот что я продал? Улучшенный прицел, по-моему, да? Вернем. Это мое. Давайте сейчас посмотрим на броню, и ее нужно улучшить. У нас с вами есть либо амортизаторы 2. Так, способность искусственного увеличения массы, защита от ударной силы взрывчатки, бронебойной амуниции, биотических атак. И все, да? Стимулятор, сокращение времени восстановления. Давай стимулятор поставим. К сожалению, только одна пока у нас с вами ячейка для модификаций, но пусть будет такая. Я думаю, она нам пригодится. Все, супер, супер. В общем-то, мне прям нравится то, что мы получили. Денег, конечно, вообще уже нет, но и не важно. И тем временем Рекс. Я так понимаю, это наш квест. Ну-ка. Здравствуйте. Это вы, что ли, Шепард? Как вежливо обратился. Смотрите-ка. Да, это я. Капитан Шепард. Меня зовут Рекс. Серый посредник заплатил мне приличную сумму, чтобы избавиться от Фиста.
но вы меня опередили. Похоже, я выполнила вашу работу. Когда мне платят за работу, я ее выполняю. Один. Мне не нравится, к чему вы клоните. Но я не успел. Все сделали вы, Шепард. И деньги должны получить вы. Вы собираетесь заплатить мне за устранение Фиста? Я не беру денег за чужую работу. Я перевел их на ваш счет. Мне понравилось, как вы разделались с Фистом. Я слышал, вы охотитесь за Сареном. Я подумал, что могу вам пригодиться. Интересный поворот. Вы наемный убийца. Какая вам выгода от преследования Сарена? Да уж не ради денег. Я хочу быть там, где погорячее. Обещается нехилая заварушка между вами и Сареном. Почему я? На Сарена же работает много кроганов. Это не кроганы, это рабы. Они лижут Сарену шопу, продают свободу за лживые обещания. Мой народ не всегда ползал на брюхе. Некоторые из нас помнят это до сих пор. Я не стану унижаться перед Сареном. Ну круто, давайте возьмем, потому что на самом деле, ну он грубоватый, понятный, наемный убийца, все такое. Но Кроганы это очень мощные физические бойцы, поэтому я думаю, я даже, допустим, поступлюсь техническими умениями Тали, да, и уберу ее. То есть у нас будет с вами Гарус и, допустим, Кроган, потому что это, ну, Кроган очень мощная такая убойная сила, причем он обычно бегает с дробовичком и в ближнем бою может очень нехило втащить. И плюс у него, по-моему, достаточно приличный запас здоровья, поэтому штука хорошая. Мы возьмем вас с собой, Рекс. Умница, Шепард. Это типа мы еще, конечно... Да, ну ладно. Ой, странный он, конечно, товарищ. Ну да ладно. Значит, у него есть развитые даже биотические умения, на удивление, и боевые. Ну и, собственно, Гарус Вакариан. Вот такой вот у нас с вами будет теперь состав тогда. Будем бегать с этими двумя. Он какой здоровый. Так, и плюс давайте посмотрим, что у них по снаряжению. Может быть, Рексу можно что-нибудь загнать. Так, ну, он пользуется больше дробышом, насколько я помню. Потому что давайте поставим улучшенный прицел в дробовик. Так, патроны бронебойные для синтетиков пусть будут. По броне у него пустовато, биоусилитель, та-та-та-та-та. Ну, в общем-то, пожалуй, наверное, все. Ну, замечательно. Я думаю, что нам явно не помешает лишний боец. Так, опять же, сохраняшка. И что у нас с вами дальше по сюжетным... По сюжетным миссиям. Так, куда нам с вами вообще надо? Разблочите Сарена, поговорите с послом. Он где? Возле стыковочного шлюза Альянс. Центральный лифт в Академии СБЦ. Понял. А у нас с вами центральный лифт в Академии СБЦ это куда? Это вот этот лифт? К стыковочному шлюзу. Ну да. Отправляемся, друзья. В принципе, неплохо, ну, да? Как вам тут, Гарус? Получше, чем в СБЦ? Сражаться с мятежным спектром? Спасать жизни людей и при этом не соблюдать никаких правил? Тут явно лучше, чем в СБЦ. Может, для вас еще есть надежда? Ну, надежду он считает, мол, вы еще можете, скажем, перестать подчиняться правилам и делать то, что вам нужно. Достигать личных целей и личной выгоды. Ну, опять же, наемный убийца, да? Что с него взять? Хотя и Гарусу тоже можно понять, что офисные бумажки ему мало, его мало интересуют, и ему хочется тоже спасать мир, приносить большую пользу. Привет, ребята. Важные новости, Шепард. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандией. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Обалдеть. Быстрый и тихий корабль. Да и команда вам знакома. Идеальный корабль для Спектра. Берегите его, капитан. Я хочу знать правду. Почему вы отказываетесь от командования? Вам нужен собственный корабль. Спектры не подчиняются никому, кроме Совета. А мне пора в отставку. Как-то... Не, ну, конечно, приятно, но все-таки. Давайте по-честному, капитан. Вы в долгу передо мной. 20 лет назад, Шепард,
Я был на вашем месте. Мою кандидатуру рассматривали для принятия в спектры. Почему ничего не получилось? У меня не вышло. Я не прошел проверку. Это не то, чем я мог бы гордиться. Когда-нибудь я расскажу, как все было. Пока вам достаточно знать, что меня отправили на задание с Сареном. И он позаботился о том, чтобы совет отверг мою кандидатуру. У меня был шанс. Я его упустил. Теперь у вас есть возможность исправить мои ошибки. Ну, все понятно тогда, капитан. Ну, здорово, на самом деле. Нет, пусть так. То есть он отправляется в отставку, он остается здесь, на цитадели. Почему бы и нет? А мы с вами забираем корабль и отправляемся, в общем-то, в наше долгое путешествие. И это, на мой взгляд, неплохо. Я не подведу вас, сэр. Сарен пропал. Искать его бесполезно. Но мы знаем, что он ищет. Канал. Его геты рыскают по всему траверсу в поисках зацепок. Знаешь, что это такое канал? У нас были сообщения о появлении гетов на Феросе незадолго до того, как связь с нашей колонией была потеряна. Кроме того, их видели на Наверии. Узнайте, что Сарен делал на Феросе и Наверии. Может, вам удастся найти канал раньше него? Что-нибудь еще? У нас есть еще одна зацепка. Второй голос на той записи принадлежал матриарху Бенезии. У нее есть дочь, она ученый, специализируется на протеанах. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но стоит попытаться ее найти. Узнайте, что ей известно. Ее зовут Лиара, доктор Лиара Тессони. Нам сообщили, что она занимается раскопками на одной из неисследованных планет в скоплении Тау Артемиды. Так, значит, у нас с вами есть три варианта, куда отправиться. Но, в принципе, я на самом деле не думаю, что сейчас от нашего выбора будет прям что-то зависеть. Буф. Ну, давайте на Тау Артемиду отправимся, а там посмотрим. Похоже, мы отправляемся в скопление Тау Артемиды. Это ваше решение, капитан. Теперь вы спектр. Вы больше не отчитываетесь перед нами. Учтите, ваши действия имеют значение для всего человечества. Таким нехитрым образом, если заварите кашу, расхлебывать ее придется мне. Я постараюсь не доставлять вам больших проблем, посол. Рад это слышать, капитан. Помните, вы были человеком задолго до того, как стали спектром. Я опаздываю на встречу. Таким удачным образом на ваши вопросы ответит капитан Андерсон. Странная у него манера изъясняться, если честно. Ну ладно. Да, капитан. Как вы? Держитесь? Шутите? Я несколько иначе представлял закат своей карьеры. Ненавижу перебирать бумажки. Остановить Сарена, кроме вас, некому. Давайте, Шепард. Если я должен отойти в сторону, так тому и быть. Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится. Понятно. Так, ну, на самом деле здорово, на мой взгляд. У нас с вами, значит, осталось три варианта заданий. Как я предполагал, то, что мы им ответим, особо ни на что не влияет. У нас есть либо нападение гетов на Феросе, либо в Наверии, там тоже геты шастают. Нужно понять, в чем косяк. Ну и, собственно, отправиться в Тау Артемиду. На самом деле, почему имеет смысл, мне кажется, отправиться сначала туда? Ну, чисто так вот, если подумать, да, с логической точки зрения, то в Наверии и Феросе гетто уже были. Они там уже все выжгли, и, собственно, возможно, что они сами уже направляются к Лиаре Тессони и планируют, собственно, выжечь еще все и там. Поэтому, наверное, нам нужно попытаться успеть туда раньше, чем они, и найти, собственно, Лиару раньше, чем геты. Поэтому нужно отправляться туда. И опять же, да, я не забыл про наше с вами побочное задание, но, скорее всего, побочки я... Ну, посмотрим, друзья мои. Может быть, я их выполню вместе с вами. Если есть такое желание, друзья мои, то напишите в комментариях, хотите ли вы пройти побочные миссии вместе на роликах, да? Либо я могу пройти их за кадром просто для получения опыта. Я, конечно, думаю, что стоит их пройти нам вместе, потому что это дополнительное погружение в мир игры, да, все-таки. Вот. Но, тем не менее, пишите ваши комментарии по этому поводу, а мы с вами тем временем отправляемся на Нормандию. Эх, наш корабль. Группа высадки приготовится. Идет процедура дезинфекции.
Я слышал, что случилось с капитаном Андерсоном. Сотню сражений пережить, а потом раз и из-за каких-то закулисных интриг морды в говно. Никому не подставляйте спину, капитан. Если миссия пойдет не так, ваша голова полетит следующей. Сарен где-то скрывается, и мы его найдем. На этом корабле все горой за вас, капитан. На 100%. Интерком включен. Если хотите что-то сказать экипажу, сейчас самое время это сделать. Теперь все будет, по-моему, да, там всем на палубу драить люки. Так, ладно. Говорит капитан Шепард. Мы получили приказ найти Сарена раньше, чем он найдет канал. Не буду вас обманывать. Задача не из легких. Все началось с нападения на колонию людей в Траверсе. Но Сарен на этом не остановится. Его геты не станут отсиживаться на дальних рубежах пространства Цитадели. Наш вид слишком долго жил особняком от всех прочих. Теперь наш черед сделать шаг вперед и выполнить свой долг перед галактикой. Пора доказать всем, что мы не робкого десятка. Враг знает, что мы у него на хвосте. Армии Сарена будут ждать нас в Траверсе. Но и мы будем готовы к этой встрече. Именно люди должны сделать это. Не только ради нас самих, но и ради каждой расы в пространстве Цитадели. Сарена нужно остановить. И я обещаю всем вам, мы его остановим. Зашибатая речь, капитан. Андерсон гордился бы вами. А, мне Джокер нравится, он прикольный, я вообще мужик. Не, ну нормальная речь, все классно сказано. А, вообще, действительно, то есть отправляемся в долгую, может быть, на многолетнюю миссию в далекий космос, поэтому, естественно, экипажу нужно сказать, куда мы отправляемся. То есть это как на любом корабле, как раньше на парусниках плавали, там, да. А, если отправляешься надолго с группой людей, то их явно нужно вдохновить на то, чтобы у них было желание, собственно, участвовать в этом процессе. Поэтому все получилось, мне кажется, замечательно. Шепард вообще красавица. Андерсон отказался от всего, чтобы я получила этот шанс. Мы не можем проиграть. Да, мэм. Так, небольшие баги с графикой немножко портит нам малину, но в целом все получилось, по-моему, круто. Ну что ж, пробежимся по нашему собственному кораблю. Вот такие вот штучки можно изучать, и они будут давать нам с вами дополнительные плюшки в виде опыта. Ну и записи в кодексе, если у вас есть такое желание, можете их прочитать. И карта галактики. Давайте опять же сохраняшку сделаем. Ну и посмотрим. Так, Цитадель. Огромная космическая станция, предположительно построенная давно исчезнувшей расой Протеан, является резиденцией Совета Цитадели. Притяжение создается посредством вращения, его уровень в жилых секторах достигает комфортного значения 1,09 G, а в районе Президиума снижен до 0,3 G. Общая длина в раскрытом состоянии 44,7 километра, диаметр 12,8 километра, население 13,2 миллиона, не считая хранителей, которых, насколько мы помним, нужно собрать штук 30, если я ничего не путаю, ну или около того. Общая масса 7,11 миллионов тонн. В принципе, эти цифры настолько ужасны, что они мне ни о чем не говорят, а вот население... В принципе, не так уж и много, да, то есть, если так подумать, это, считайте, одновременно люди, одновременно турианцы, азарии, кроганы и т.д. и т.п., то есть, это все, кто вот вообще, набор раз, да, то есть, все одновременно и всего лишь 13,2 миллиона, то есть, это очень мало, население большого, там, мегаполиса, допустим, да, и все, поэтому, на самом деле, жутковато. А, потому что если учесть, что действительно 50 тысяч лет назад там, да, протеаны были уничтожены жнецами, и, соответственно, была уничтожена жизнь вся в галактике, насколько мы поняли. Ну, не вся, поскольку все-таки расы же остались, да, то есть было же кому возрождать популяцию, скажем так. Но, тем не менее, 13,2 миллиона за 50 тысяч лет, ну, страшная цифра, то есть если во всей галактике, кроме вот этих 13,2 миллионов, больше никого нет, жутковато.
А если учесть тот факт, что у нас с вами на Земле только, да, сейчас 6, там, ну, уже больше, наверное, там 7-8 миллиардов народу, миллиардов, на одной планете, а это во всей галактике, то есть это страшно. Но допустим, что это не единственное такое место, хотелось бы в это верить. Да, друзья, и слушайте музыку обязательно, потому что музыка в этой игре великолепна, особенно... Вот такая вот музыка закадровая, да? Так, Туманная Змея, Цитадель. И вот у нас с вами варианты. Варианты. У нас с вами есть астероид X-57, знать бы, что это. Площадка Лиары, археологическая площадка в Тауэр Тимиды. Да, станция Вершины, непонятно что, опять же. И парочка квестов на Феросе и в Бета-Аттике. А, ну, единственное, что, учитывая, что в Тауэр Тимиды мы с вами можем попасть только через астероид X-57, то можно ломануться и туда, посмотреть, что там. Интересно, как Асгард называется, это вообще еще из истории о Торе, да, о боге Торе. Давайте попробуем туда слинять. Ну что ж, друзья, покидаем док, покидаем цитадель и отправляемся в долгое путешествие. Мы, конечно, сюда сможем возвращаться, но... Улетаем из дома. Эта сцена отправки из ретранслятора, по-моему, она максимально эпичная. Насколько это вообще возможно? Так, X-57, металлический астероид, изначально располагавшийся в точке Лагранжа позади газового гигантства Бёра. В связи с бурным развитием Терра-Новы потребовался новый орбитальный порт. Из-за недостатка средств было решено очистить астероид X-57 изнутри, а на средства от добытых материалов отделать внутреннее жилое пространство. При помощи реактивных двигателей астероид удалось переместить с орбиты Бёра на орбиту Терра-Новы. Нифига себе! Даже двигатели приделали к астероиду. Неплохо. Недавно связь с инженерной службой на X-57 была потеряна. Реактивные двигатели оказались вновь запущены, в результате чего астероид движется на Терра-Нову. Соответственно, падает. Я так понимаю, что это, опять же, побочное задание, на мой взгляд. Ну, давайте приземлимся, попробуем. Почему нет? С вами всегда успеем вернуться... сюжетным заданием. Я думаю, к сюжету нам с вами стоит вернуться уже в следующей серии. А пока что с Гарусом и Рексом давайте отправимся. О, а мы вовремя. Статус. Сенсоры подтверждают, что астероид X-57 осуществляет движение посредством трех реактивных двигателей. На данном уровне ускорения столкновение астероида с планетой Терра-Нова произойдет примерно через 4 часа. Анализ. Остановка ускорения возможна при деактивации реактивных двигателей. Прием. Я получила ваше сообщение. Вы меня слышите? Меня еще не обнаружили, но долго говорить я не могу. Прошу вас, отключите двигатель, иначе мы все умрем. Боже, надеюсь, вы меня услышали. Да ладно, ладно. Ух ты, прикольно. Слушайте-ка, я и забыл, что в Mass Effect уже можно было. Зашибись. Покатушки. Я совсем забыл, что можно было, оказывается, уже в Mass Effect первым ездить вот на этой штучке. На вездеходике там, да? Интересно как. Так, нам с вами нужно вырубить реактивный двигатель. На самом деле... Так, на самом деле... Идете в правильном направлении. Спасибо. Не знаю, кто вы, но... На самом деле, судя по тому видео, которое мы с вами наблюдали, немножко странно, но двигатели вроде бы как били совершенно не в ту сторону, в которую двигался астероид. Ну, допустим. Спокойно. Не, дорогуш, с такой скорострельностью ты в меня не попадешь никогда. Кстати, что тут?
На самом деле планеты надо обязательно излазить целиком, потому что тут может быть всякая няшность запрятана в разных углах. Этим стоит пользоваться. Так, я понимаю, тоже у нас с вами, да-да-да. Тихо-тихо-тихо! Сливать нельзя, в общем. Прикольно такие зарядники. Так, мощный, кстати, заряд. Сколько у нас с вами? Бесконечно, что ли? Что-то такое? Странно, вроде как бесконечный. Я, по крайней мере, пока что не заметил. Так, не надо меня. Так, ну, зашибись. Осталось только понять, где, в общем, у нас отключается двигатель. Выглядит он убедительно даже для того времени этой графики, да? Так, консоль входа. Как мне воспользоваться? Так. Йоу, консоль входа. Что мне надо сделать, чтобы в нее залезть? А? Я же так понимаю, что отсюда должно быть можно выйти каким-то образом, да? И как же мне сюда зайти? Да, знакомо. Так, давайте посмотрим. А, может быть, управление? Так, управление. Взаимодействовать, отряд, журнал, навигация, ДТ, огонь, прицел, граната, первая помощь, достать пистолет, рывовик, снайпер, умение. Слоты умений, приказ, сбор атак, транспортер, пушка, прицел, вернуться на Нормандию. Не понял. Вернуться на Нормандию, N, реактивный двигатель, пробел, прицел, левый shift, пушка, правая кнопка мыши. И все. Слоты умений. Слушай, ну я ничего не вижу. Приседание, левый контрол. Странно. Взаимодействовать E, но я как бы E нажимаю, но ничего не происходит. И подозрительно. Должно быть такого, что я прям должен так вот подлезать сюда. Пардон, конечно, не то сделал. Вот, странно, Е не работает. То есть выйти отсюда никак нельзя. Странно. Не, ну ладно, давайте тогда просто, знаешь, пошаримся вокруг. Что найдем. У нас с вами работает двигатель. Давайте посмотрим пока что пушки вокруг. Нет. У нас тут еще достаточно много. Ну, алло, давай, пускай уже свои щиты, давай. Попадаемся. Так, порядок. Действительно немножко странно, но возможно, что просто все пушки надо было снести, но я вроде все снес уже. Консоль вход. Ну, не туда. Консоль входа. Ну, сделай что-нибудь. Не хочет, друзья, давлю кнопочку Е, а он что-то не срабатывает. Возможно, какой-то глюк. В принципе, ладно, давайте тогда просто прокатимся подальше. У нас с вами еще достаточно много других элементов на карте. Поэтому стоит еще порыскать, посмотреть. Вообще, смотрите, друзья, то есть это игрушка какого года уже, я не помню, честно говоря, в предыдущий раз я об этом говорил, но давнишняя, в общем. И при этом графика, в общем-то, на уровне. Ну, для того времени это было прям неплохо. Внимание! Грунтовой радар сообщает о наличии противотранспортных зарядов. Продолжайте путь пешком. Пешком, говорю? А как пешком-то? А как выйти? Я, в общем-то, совершенно не против. Дай еды не колотить. Хорош! Не обстрелил. Так. Путь пешком. Как выйти-то, друзья мои? Вы мне, может, скажете? Я ведь совершенно не против. Вы скажите, как я выйду? По прыгушке. Это возвращение на Нормандию, это я понимаю.
Значит, вот так вот и можно было в эту консоль зайти, да? То есть для этого нужно просто выйти из этой штуки. А как выйти? Карта, снаряжение, тактика, дисплей, взаимодействовать. Все что угодно. Быстрый навигатор, лево, вправо, штурм, ходьба, бег, приседание. Штурм. Я, может, слепой, или я что-то не понимаю, но я не вижу здесь никаких кнопок на выход. Пушку, прицел, реактивный двигатель, вернуться нормально. Нет тут ничего. Z, шифты, таб. Опа! Совершенно внезапно, друзья мои, оказалось, что кнопка «Убрать, достать оружие», она же является кнопкой, которая высаживает нас из этого транспорта. Кто же знал-то? Ну вот как-то так. Зашибись. Какая опасность взрыва? Что случилось? Кого вы... Ой! Это что такое сейчас было? Кто нас стреляет? Нас уже встречают. Ну что? Ох ты, нифига. Рекс, ну ты хоть уворачивайся, что ли? Ты что тупишь-то? Тихо, 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 тихо. Спокойно. Все, вижу этих. Да что ж ты будешь делать? Прицел раскачивает просто пипец. Вот есть. Да что ж ты будешь делать? Прям реально очень сложно попадать вот при такой. Он, кстати, отлично попадает. При такой раскачке. Да тихо ты! Вот не поймешь еще, в меня мои же лупят со спины, причем очень неплохо. Да сдохни. Так, стоп, 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 дробовик. Просто осталось. Так, ладно. Солдат-батарианец. Да что такое-то? Откуда мне ракеты-то летят? Хватит меня расстреливать. Как я не болтаю, слушайте-ка. Представляете, сколько я... Представляете, сколько я уже выстрелил снайперки в него всадил, да? На тебе. Так, ладно, еще одного убрали. Сложно, сложно с ними. Вообще тут прям чувствуется нехватка снаряжения. Здорово! Он, кстати, не будь дурак, тоже дробовичок цапнул. Так, ладно. Деактивация мин. Ага, та же механика. Мини-игра, да? Все, отлично. Детонаторы деактивированы, мины убраны, и слава богу. Заходим. Давайте-ка сохранимся изначально. Так понимаю, тут будет не менее весело, поэтому берем на вооружение. Давайте тут все исшарим сразу же. Кстати, обратите внимание, у нас теперь с вами две полоски щитов, что неплохо. Здорово! Батарианцы. Так, всем стоять, пригнуться. Вот так нормально. Выпустить баронов! Каких еще баронов? Сейчас я голову-то снесу баронов. Понятно. Так, дробовичок пошел. Дробовичок пошел. Гарус, ты вообще думать умеешь, нет? Ты бы хоть, я не знаю, прятался бы, хоть иногда. Почему я должен у тебя панцирь не тратить? Так, ладно, вынесли одного. Так, понимаю, тамочка-то есть, да? Тихо, 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 тут еще кто-то слева.
Ладненько. Фу! Красота, да и только. Рванул, как хорошо, а? Хотя. Так, ребят, вас тут сколько вообще? Давай, давай, высунись, давай. Давай. И хватит меня в спину расстрелять. Вот, вот реально, свои же в спину долбят. Ну какие же тупые здесь все-таки коллеги. Назовем их мягко. Так, ну что ж, неплохо. Всех, в общем, раскидали. Правда, Гарус у нас, конечно, на редкость тупой. Это как-то не радует меня. Будем откровенны. Потому что члены отряда не должны мне бить в спину, во-первых. Ну, а во-вторых, в общем, конечно, не очень желательно, чтобы они мне тут... Так, а что-то куда-то далеко. Во-вторых, не очень желательно, чтобы они... не уворачивались от зарядов, которые в них летят. Ну, думать-то надо. Контрольная панель открыть. Ящик с гранатами — это хорошо. Граната — это вообще замечательно. Так, шкафчик. Поехали. Я, кстати, смотрю, у нас с вами тут уже появилась возможность ручного отключения, то есть автоматического отключения за унигель. Я так понимаю, он для этого и нужен, для автоматического отключения. Если да, и только для этого, то тогда я даже не буду его, наверное, восполнять. Смысла особого нет, я думаю, перерабатывать, потому что проще продавать. Хотя продается все как... Погрузчик, что ли? Вот, хотя продается все, конечно, за копейки, поэтому тут тоже еще вопрос, что лучше, продать или унигель переработать. Так что по поводу того, что мы собрали, это дробовик и Таган-2, дробовик надо урноту дать. Вот этому. Да, улучшение перетаскиваем автоматически. Так, что у нас там еще с вами это было? Штурмовая винтовка, дробовик, пистолет... А, снайперка, да? У нас какая снайперка с вами? Мститель 1, а здесь... Молот 2. Точность ниже. У нее и так-то точность никакущая. Но, правда, урон уже надо повышать. Это очевидно. Давайте перенесем. Вот она вот так вот выглядит. Так, есть что? Нет. Ничего нету. Здесь у нас улучшенный прицел 2. Но, в принципе, у нас так и установлено здесь. Ну, ладно. В целом, неплохо. Снаряжение вообще, конечно, оно должно быть у нас с вами достаточно серьезное, потому что я уже вижу, что у нас наше текущее снаряжение достаточно мало для выполнения этих миссий. Так, опа, консоль управления двигателями. Отрубаем. Так, минуточку, 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 зараза. Опа. Приборы показывают, что двигатель отключился. Это были вы? Вы меня слышите? Я вас слышу. В чем дело? Кто вы? Меня зовут Кейт Боуман. Я инженер. Мы должны были доставить этот астероид на орбиту Терра Новы. Вчера на нас напали батарианские экстремисты. Мне удалось спрятаться. Ну, чувствуется, не только тебе, да? Похоже, они знают, что двигатель отключен. А чем реально нужно? Я не знаю. Но если вы не остановите астероид, он уничтожит миллионы людей на Терранове. Если узнаю что-то еще, мне пора. Удачи. Интересно. Не очень, на самом деле, понятно. Несколько людей спаслись, да? И кто-то к ним, судя по всему, вошел. Я так понимаю, те самые батарианцы, от которых они усиленно прячутся. И нам с вами нужно их попробовать. Ай. И нам с вами нужно их попробовать оттуда вызволить, да? Так, вот защищенный ящик есть, но почему-то, опять же, на нем у меня не срабатывает кнопка взаимодействия. Ну, возможно, багнутый ящик. Ну что ж, теперь, значит, нам его вскрыть с вами не получится. Не удастся. Ладно, я, насколько понимаю, это первый из трех комплексов. То есть в одном из этих трех комплексов мы как раз и найдем этого инженера, если я правильно все понял, опять же. Здесь мы закончили, значит, нам нужно с вами отправляться в два остальных. Но первым делом, конечно, нужно будет заехать в тот, из которого мы, в который мы первый раз не смогли проникнуть. Опа. Эй! О, Господи! Я не хотел. Вас задело? Теперь я понимаю, почему Шепард вот так вот нагло достаточно выходит и, ничего не проверяя, просто окрикивает. То, что она в щитах вся. Одним выстрелом меня не уложишь. Извините. Я не понял, что вы человек, пока... Да. Солдат из меня никудышный. Я знаю, что вы напуганы, но я тут, чтобы помочь.
Капитан Шепард, войска Альянса. Саймон. Саймон Этвелл. Главный инженер на этом астероиде. Послушайте, у нас нет времени. Батарианцы включили реактивные двигатели. Нужно отключить их, пока мы не обрушились на Терранову. Там 4 миллиона человек, Шепард. Я... Моя семья там. Они живут в Вороносе. Мои дети и внуки. Приятный городок, хорошие школы. А, ну если... Ну, во-первых, мы в курсе этой ситуации, Саймон. Это первый вопрос. Второй вопрос, откуда ты здесь вообще взялся? Мы сюда заходили, тебя здесь не было. Ты же не хочешь сказать, что ты по планете пробежался? А... Уже подозрительно. Но, в принципе, то, что он говорит, это значит, что на Терре Новы, значит, тоже живет, допустим, есть город, там живут 4 миллиона человек в этом городе, да? Ну или хотя бы даже пусть на всей Терре Нове 4 миллиона человек, на всей планете всего 4 миллиона. Но неважно, это говорит о том, что на Терре Нове уже есть люди. А это, ну, неважно, люди, просто жители, да, неважно каких рас. То есть получается, что, значит, не только на Цитадели все-таки живут, есть население, есть жизнь разумная, да, это значит, что не 13,2 миллиона на всю галактику. А это уже хорошо, это значит, что все не так печально. Повсюду батарианцы, а мне нужно отключить 3 двигателя. Мне нужно знать что-то еще. И еще. Перед атакой, недалеко от участка, работала группа инженеров. Боюсь, они в опасности. Батарианцы безжалостны. Я видел, как они разбивают скафандры у тех, кто работает в космосе. Да еще варены. Не похоже, что они питаются только падалью. Постараюсь найти их. Но главная моя цель – это двигатели. Да, вы правы. Главное – спасти Терранову. Мои люди могут и подождать. У главного комплекса находилось много инженеров. Но сейчас все они, вероятно, мертвы. Или в заложниках у батарианцев. Время не ждет. Мне лучше идти. Пожалуй, мне стоит затаиться на случай, если батарианцы вернутся. Удачи, Шепард. Не нравится он мне. Я не знаю почему. Во-первых, откуда он здесь взялся, это реально меня этот вопрос очень беспокоит. Мы сюда приехали, через минное поле продирались. Ну, понятно, мы сейчас все отрубили уже, но тем не менее. Поэтому я не стал ему рассказывать про одного сбежавшего человека, да, о котором шла речь. Незачем ему это знать. Так, ладно. О чем мне здесь горит, типа... Не понял. О чем мне здесь горит, что вроде как это сюжет... Здесь у нас есть с вами сюжетный элемент. Я ж только что здесь побывал. Шепард, Гарус, реактивный двигатель. Ну ладно. Значит, нам с вами нужно будет, соответственно, вернуться назад. Да, к реактивному двигателю первому. Давайте пробежимся. Я надеюсь, что нас с вами никто уже не встречает. Не хотелось бы. У нас тут где-то неподалеку должен стоять вон он, наш Мако. Это наш, собственно, вездеходик. Надо будет вернуться назад, обчистить первый комплекс. И, собственно, уже после этого заниматься третьим. Я так полагаю. Потому что к Нормандии всегда можно быстро вернуться, если мы находимся, не находимся в бою, да? Вот, с помощью спецкнопки под названием N. Так, все внутри, да, я так понимаю? Ага. Вот, давайте вернемся. И, соответственно, потом уже отправимся к третьему корпусу. Сейчас мы вот сюда с вами едем. Потом к третьему. Я, правда, не очень понимаю, каким образом туда можно проехать. Потому что, ну, видимо, вот здесь можно, на самом деле. То есть белое — это горы, а все остальное — это, типа, путь, по которому можно пробраться. И да, насколько я, опять же, понял, у нас с вами бесконечный боезапас, который упирается только в перегрев в случае основного пулемета. Ну, а пушка упирается в перезарядку просто, и все. Работает. Чёртова штуковина. Слишком фонит. Посмотрю, можно ли ее наладить. Не теряйте времени. Продолжайте идти. Без проблем. Так, теперь мы уже знаем, как вылезать из этого транспорта. Вооружимся опять же дробовичком и понеслась выносить еще один комплекс. Так, с бонзай. Так, в шкафчиках все пусто. Так, всем пригнуться. Так, спокойно. Спокойно.
граната, что... Да, это была граната. Но я очень поздно ее обнаружил. Не понял. Здесь-то никого нет? Здесь нет никого, это хорошо. А ты мне не нравишься. Так, теперь нас с вами Рекса грибает, да? Так, пардон, нам с вами нужна штурмовая винтовка, я полагаю. Давайте-ка мы вот сейчас с вами маленько почистим. Так, вас тут что-то больно много. Слышь, ракетный дрон. Кстати, у нас с вами, заметьте, патроны стали отдавать зеленый свет, радиоактивный, потому что, да? Спокойно, хорош уже меня лупешить. Давайте-ка мы с вами пистолетик возьмем. Слушайте, хорош меня уже расстреливать. Давайте-ка у нас с вами хотя бы щиты восстановятся немного. Давайте-ка, короче, и снайперки сносить, потому что это затянет сейчас, если я буду так пистолетом расстреливать, они практически не поддаются пистолетам. Так, по нацеленчик немножко. Так, а вот сейчас поддадутся. Ага. Ничего себе. У них восстановление, их регенерация вообще жесткая. Сдохнешь-то нет сегодня. Сколько можно в меня уже от дронов снести? Это там. Иди сюда. Так, следующий где? Он высовывается очень ненадолго, поэтому его очень неудобно попадать в него. Так, ну-ка стоять. Вот только пронеси сейчас. Вот только пронеси. Зараза, не понял я, где он проносится. Слышь? Гарус, не мешайся. Будь другом. Эть. Так, Гарус, я тебе голову сейчас прострелю. Ты еще мне помешайся тут. Стоять? Что, что будешь делать-то? Ну, взлетай. Опустим эти моменты. Мне бы прицел поменьше, если честно. Я не понимаю, где он на... Я не совсем понимаю, где он находится, не могу никак попасть. Стой, да ты... Да стой ты уже! Так, надоело. Я понял. Стрелок из меня не будущий. Но что теперь делать? Гарус, уберись, я тебя очень прошу. Ну? Да вынеси мы его сегодня, нет уже. Носится там по второму этажу, зараза, иди сюда. Конец-то. Так, там еще один такой. Прижмись, тебе говорят, к стенке. Так. Еще что ли один? Вы откуда беретесь? Я ж только что одного такого вынес там сверху. Теперь мне что, что ли с тобой воевать? Слышь? Так, это я зря. Я гранату туда кинул. Зачем? Тихо. Дай идрить колотить. Почему-то моя же собственная граната прицепилась к моей же собственной стенке. Значит, чего я же я? Да хватит уже. Так, и вообще, нафиг, надоел. Иди сюда. Сейчас я тебя в упор расстреляю, зараза, еще я тут буду. Он еще и нычкуется, вы посмотрите на него. Иди сюда. Так, где еще один? Да ты... Даже так умудряется... Вас там сколько реально? Даже так умудряется уворачиваться. На тебе. Нет. Фигово. Кстати, да. Смерть Шепарда считается провалом задания. Весь остальной отряд могут положить, но если положит Шепард, то это провал. Интересно.
Ладно. Пойдем немножко по другому пути. Присядь. Чуть перегрел. А, ну да, у нас какой-то кинули какую-то хрень. Гранатка пошла, взрыв. О, нормально. Сразу трех человек развалили. Кто там лупит еще? А, инженер-батарианец. Опять гарусы подлечим, а то опять сейчас начнется. Жалко, у нас чуть-чуть с вами не хватает урона для того, чтобы с первого выстрела их просандаливать. Первого выстрела явно не хватает, приходится еще... Остается какой-то мизер для них. Так, ну-ка стой на месте. Ага, застрял в текстурах, да, на тебе. Так, вот это хорошее, кстати, укрытие, смотрите-ка. Гораздо лучше, чем предыдущее. Тут нас с вами ящики защищают. Гарус продолжает огребать. А мы с вами тем временем продолжим выносить... Спокойно. Продолжим выносить дрона. Стоять! Давай, возвращайся уж. Ау, дрончик. Ты где там? Порядок. Так, я, кстати, никак не пойму, эти дроны регенерятся, что ли, откуда-то? Потому что я вроде как... Я вроде бы как в прошлый раз их выносил, а их только больше становилось, нет? Я, кстати, не пойму, еще один дрон прямо тут, что ли? Вот я просто вижу эту красную отметку. Для меня это граната! Там граната была. Вот она. Так, инженер-батарианец. Вижу батарианца. На тебе. На тебе еще раз туда. XP плюс 120. Где там дроны? Иди сюда. С дронами, как обычно, проблема. Больно уж шустрые. Так, спокойно, спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Железное спокойствие. Так, дрона вижу, дрона вижу. Вижу дрона. Сел, встал. Так, тут даже можно не присаживаться, потому что эти дроны не могут прострелить в щель между потолком и вот этим ящиком. Поэтому их можно спокойно расстреливать прямо вот отсюда. Попал, смотрите, как. Опять промазал. Да, то есть я не получаю... я не получаю урон, да? Ой, с этими дронами столько возни. Слушайте-ка, надо бы... Я даже не знаю, как бы их разбирать-то. На части, на составляющие. Так, ладно. Еще один дрон убран. Так, вас здесь еще сколько? Двое? Я вижу, что двое. Спокойно. Ага. А, ну да, быстрое сохранение не работает же. Быстрое сохранение в боях, кстати, не работает, друзья. Поэтому не пытайтесь сохраняться внутри боя. Бессмысленно. Придется подняться на второй этаж и навтыкать этому дрону лично. Боец! Не смей стрелять! Так, понятно, Рекса уложили. У нас, кстати, с вами есть навык единства, если я правильно все помню. Где она? Во, единство. Давайте на клавишу 4 его повесим. Давай, высунись. Рекс. Подъем. Хорош уже прохлаждаться. Панацелин, конечно, зараза, прям на вес золота. Так, а что, тот дрон уже свалил, что ли, со второго этажа? Или это тот самый был? Порядок. Отлично. Фух. Вы там? Не теряйте времени. Вы не на шутку их разозлили. Их
главный приказал повсюду установить бомбы. Похоже, хочет взорвать комплекс. А ну-ка отойди оттуда! Не стреляйте! Прошу вас! Их таки нашли. Кто останавливает двигатели? Второй раз спрашивать не буду. Да, печально. Разберитесь с этим и поживее. Печально. Хотя, в общем-то, могла бы и сказать. От того, что она бы сказала, что это там кто-то приехал и пытается помочь, ничего бы, я думаю, не изменилось, а жизнь можно было бы сохранить. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, неразумно, что она промолчала. Так, что у нас с вами здесь? Ну почему я не могу этот ящик открыть? Что не работает, я не пойму. Или мне нужно сначала оружие убрать? Да нет, все равно не работает. Ну ладно. Так, давайте отправляемся, собственно, вниз. Я так понимаю, нас с вами ждет последний, третий комплекс. И посмотрим, чем все закончится. Как минимум, одного человека уже потеряли, да? Так, выходим. Так, быстренько загружаемся обратно. Надо, кстати, поближе высаживаться. Так, ну и отправляемся. Куда нам, кстати? Я вот не очень хорошо понимаю, вот тут есть какой-то передатчик. Места интереса, да, вот тут написано. Место интереса. Как его найти? Оно, я понимаю, в горах где-то находится. В горе, точнее. Давайте попробуем прокатиться налево. Мы с вами, в принципе, оттуда прибыли, это я понимаю, но... А, хотя минутку. Вот здесь вроде как проезда нигде нет, да, получается. А вот здесь есть. Ладно, поехали вперед. Типа нам с вами как бы нужно было, наверное, двигаться по какой-то определенной траектории. Поэтому отправляемся именно вперед. Кстати, еще вот пока ездим, у меня тоже такое вот соображение. То есть мы с вами видели, как астероид несется, да? Пусть он управляется реактивными двигателями. Хорошо, допустим. Мы с вами отключили реактивные двигатели. Ну, уже два отключили, допустим, да? То есть сейчас остался только один. Но все равно я не очень понимаю. То есть астероид такой массы, во-первых, вот эти вот мелкие, это очень маленькие двигатели. Что это за ерунда такая? Для такого-то астероида. Все, что планету, я не знаю, разгонять, пытаться там с толкача заводить ее, спинка. Вот, то есть это бессмысленно. Но уж если вы смогли его разогнать такими реактивными двигателями до такого ускорения, что он практически несется уже к планете, да еще плюс гравитация планеты действует на это, да, на него, на астероид, то уж отключив эти двигатели, быстро его остановить точно не получится. Тут нужно противотягу включать, причем в противовесную, да, наоборот, чтобы она работала. Причем это должны быть не такие реактивные двигатели, которые его будут очень долго останавливать, а прям такие конкретные, нормальные. Поэтому я совершенно сейчас не понимаю, каким образом с физической точки зрения этот астероид должен остановиться за счет того, что мы тупо отключим три реактивных двигателя. Ну, это так, это мысли вслух, наверное, пока мы с вами доезжали до последнего двигателя. Здорово. Нет? Заказка. Вроде так просто кажется, да, вернулся, казалось бы. Почему-то не всегда получается. Ну, конечно, понятно, руки крюки, но еще самое главное, что не сразу реагирует на мой приказ вездеходик, потому что он раскачивается еще в разные стороны. Хотя так ничего сложного, конечно. Езди между ними, и все. И постреливай иногда, желательно только не мимо. Да что ж ты будешь делать-то? Так, хорошо. Тут, кстати, я так думаю, еще пушки остались, да? Вот, еще одна. Пушки тоже надо все выносить. Это наш с вами опыт. Ух ты, две ракеты подряд. Это интересно. Какие-то новые, особые уличные пушки. Так,
Хорошо, хорошо. Замечательно. Ну и давайте, собственно, поближе тут высадимся где-нибудь. Типа где-нибудь вот здесь. Ага. Ну и отправляемся в последнее здание. Будет интересно. Так, тут есть что обшарить? Нет? Нет, куда? Ну и ладно. Так, ну, в общем, погнали. Прячься. Так, что-то не придет попасть отсюда в криогенную камеру стоять. Точнее, лежать. Так, ты сейчас бум получишь. Оп. И в криогенную камеру бы надо, конечно, попасть все-таки. Вот так, замечательно. Может быть, кого-нибудь и заденем. Выпустить Фаррена! Начинается. Сейчас опять собаки припрутся. Давайте-ка сюда же гранатку посадим. Припрутся, так и развалится. Рекс огребает. Попался? Зараза. Огребают уже все. Хватит, прячьтесь за стенами. Ну что там прямо как дети, честное слово. Ну, конечно, реально. Понятно, что в то время искусственный интеллект у помощников был еще, мягко говоря, не торт. Но, как по мне, совсем уж что-то не тупые. Спокойно. Совсем тупые, потому что стреляют прям по мне. За стенами не прячутся. Только пенициллин на них тратить. Так, кто там еще остался? Давайте, вылезайте, где вы там? А, здорово. Дайте еще раз. Нет, нет, нет! А, попался. Штурмовик бутырианец. Это интересно. Осторожно. Блеск. Давайте на всякий случай ионную камеру тоже вынесем. Это мало. Замечательно. Быстрое сохранение завершено. Ну вот теперь уже можно, я так понимаю, и пошуметь. Вот там, в контрольной панели. Остановим двигатель, типа это остановит астероид. Ладно, без проблем. Не понял. А где? Неожиданно. Я думал, тут будет вся толпа. Да. Сразу. Успели. Так. Кстати, насколько я понимаю, вот еще зачем нужен унигель. А если не удалось дешифровать что-то, то, по-моему, взамен уже можно будет только унигелем открыть. Больше никак. То есть, типа, одна попытка только дается. Если не справился, то твои проблемы. Дальше только унигель. Поэтому, в целом, его наличие пригождается. Кстати, что я дальше-то бегу? У нас с вами фазные патроны, еще куча какой-то фигни. А, можно посмотреть, у нас с вами, может быть, что-то можно заменить. Пистолет. У нас с вами лучше, понятное дело. Снайперка лучше. Так. Хорошо, мы с вами целиком экипированы, в принципе. А, вопрос только вот здесь, допустим, фазные патроны. Проникновение щитов больше, урон меньше на 30%. Да бог с вами. Так. А, здесь страйкер. Ну, кстати, вот страйкер, в принципе, наверное, можно даже поставить ему такие патроны. Так, нет, не очень хорошо. Вот это тоже можно поставить на пистолет. Так, здесь у нас с вами стоит отдача-гаситель. Уменьшение отдачи, да? Ну, пусть будет, да. А патроны? Молот 2. Ну, у нас с вами такие и стоят как раз. Так, банши. Здесь как раз можно поставить... А, тут только радиоактивные патроны можно поставить. Либо... Тоже крупнокалиберный ствол, это урон повышается и поглощение тепла понижается, да? Кстати, вот говоря, повышение урона, это как раз можно было бы поставить вот сюда. То есть это повышенный урон на снайперке, да?
имеет смысл поставить именно его на снайперку. Да, тогда здесь отдача гаситель на штурмовой. В принципе, нет, здесь, наверное, больше улучшенный прицел как раз нужен, потому что на штурмовой винтовке проблема сведения прицела присутствует. То же самое на снайперке, в принципе, но у нее еще полезно, чтобы она и била мощнее. Поэтому ладно, ей обойдемся без прицела. Ну, как-то вот так вот, да. Давайте, наверное, так оставим. Теперь давайте посмотрим, что там у других, потому что тоже их надо снаряжать. Вот, допустим, опять же, та же штурмовуха для урнота. Я, кстати, говорил постоянно, что он пользуется этим, как он называется? О, шлем прикольный. Я говорил, что он пользуется... Кстати, мы что без шлема с вами? Я говорил, что он пользуется этим, как он? Дробовиком постоянно, Кроган. Но мне кажется, он такой какой-то страшный шлем. Правда, он и так не красавчик. Но возможно, что он пользуется в том числе и другими видами вооружений. Кто его знает, что они там переключают в процессе работы, да? Поэтому давайте, наверное, все-таки оборудуем их, экипируем их нормальным оборудованием. Так, банши, давайте тоже отдачи гаситель и, ну, точность повысим, я так полагаю, да. Гарус, есть что тебе заменить? Ланцер, фигня, дробовик, ну, давай, таган, давайте поставим. Есть что опять? Так, тоже отдача гаситель сюда идет, отлично. Пистолетец Кесслер, нет, у него лучше. Снайперка, ну и все, в общем-то, так, броня. Броню, кстати, вот я забываю улучшать-то, а неплохо бы. Плюс 20 физический предел, это для Гаруса сойдет, ну и для Урднота то же самое, потому что плюс 15%, да, либо усиленная ткань, это прочность, биотические и электронные атаки, ну, не знаю, давайте поставим амортизаторы вторые. Все, вот теперь вроде нормально. Опять же, сохраняшка, пока что быстрая. И давайте в контрольную панель. Так, а где эти чудики, я не пойму тогда. Что-то ни один, ребята, защищенный ящик с таких вот маленьких не открывается, непонятно почему. Давайте отрубим двигатель в ручном режиме. Вот так вот. Супер. Так, ну я так понимаю, все, да, то есть 4, 3 двигателя мы с вами отрубили из 3. Все вроде как хорошо, все счастливы и довольны, но непонятно, куда, собственно, дальше. Я-то думал, что в третьем комплексе... Стой, где стоишь. Не хочу лишний раз пачкаться в крови. Вопрос отпал. Не подходи ближе. Можем разобраться по-плохому или мирным путем. Не думаю, что вы, батарианцы, знаете значение этого слова. Послушай, я просто выполняю свою работу. Не я придумал захватить эту глыбу. Я просто хотел немного заработать, по-быстрому раздобыть рабов и все. Ну давайте побеседуем, мало ли что. Это уже не набег за рабами. Речь идет о жизнях миллионов людей. А то я не знаю. Я просто выполняю приказы. Будь моя воля, меня тут уже не было. Еще не поздно. Ты все еще можешь убраться отсюда. Сомневаюсь. Палакс меня живьем шкуру сдерет, а потом продаст. Вот я псих ненормальный. Все пошло наперекосяк, а я виноват. Почему ты его слушаешься? Хороший вопрос. У меня плохое предчувствие с тех пор, как мы приземлились. Вот и Балок хочет вас прикончить. А Балок всегда добивается своего. С этим не поспоришь. И вы, кстати, видите, да, то есть тут у нас как раз хороший вариант есть. Избежать драки. Просто за счет того, что у нас хорошо прокачано обаяние. Мы с вами можем просто сказать ему, забудь о балке, и все. Да? И в принципе это логично. Чего он бегает на побегушку какого-то балка? Ты в конце концов наемный убийца, грохни его самого, и все. Делов-то. Ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. А если бы мы с вами не прокачивали ни устрашение, ни обаяние, допустим, то мы могли только напасть, и все. Разве тебя устраивает роль его посыльного? Помоги мне, и я разберусь с балком, а ты займешь его место. Хм, а что? Ситуация вышла из-под контроля. Надо с этим что-то делать. Отпустить. Пусть Балок сам разбирается. Надеюсь, ты владеешь оружием не хуже, чем языком. Иначе нам обоим не сдобровать. Балок будет мертв, прежде чем вы отчалите с астероида. Хотелось бы верить.
Балок засел в главном комплексе. Возьми ключ, пригодится. Будь начеку с ним, тот еще ублюдок. Пошли, валим с этого куска дерьма. Ну, неплохо. На самом деле, драки мы не избежали, то есть в любом случае мы бы вынуждены были сражаться, то есть либо с ним, но тогда бы не пошли в главный комплекс Балоку, я так понимаю, либо вынуждены были бы сражаться с Балоком, куда мы, собственно, сейчас с вами, видимо, будем направляться. То есть в том и в другом случае мы обязательно будем драться, но в данном вот случае в хорошем варианте, типа обаяния там, да, мы, ну, получили, что ли, новый вариант развития сюжета. Что в целом тоже, на мой взгляд, неплохо. Так, и вот у нас с вами появился главный комплекс, ага, которого раньше не было. На карте, если я правильно все помню. Поэтому отправляемся туда, дальше по дорожке. Да, конечно, при такой близости к планете, я не знаю, тут, по-моему, уже просто бессмысленно какие-то там двигатели отрубать и так далее, потому что уже просто сама планета притянет, гравитация. Если, опять же, я правильно все понимаю, но мне кажется, что это бессмысленно совершенно. Не получится уже с этого расстояния не воздействие на астероид физически, как-то его отпихнуть. Сам он уже не улетит, просто потому, что гравитация его захватит. Конечно, фиг знает, какая гравитация у этой планеты, но учитывая ее размеры, я думаю, что огромная. А значит, и раз она больше астероида, значит, она будет его притягивать к себе. Так, я так понимаю, тут у нас с вами пушек хоть завались, хоть отбавляй, точнее. Ну да, ну да. Здорово. Так, я так понимаю, сейчас к нам еще прилетят из других направлений ракеты, ага. Спокойненько. Как ты меня попал, я же вроде... Что, сзади, что ли, откуда? А, вон еще кто есть. Да, хорош меня расстреливать. О, прикольно. Реально вездеход, смотрите, что вытворяет, да? Спокойно, спокойно, ребята. Хорош меня шмалит. Подвижные пушки, его изобретение. Блеск. Вон, видите, уже от астероида, астероидные камни отваливаются, да, и... Правда, они летят от планеты. Но мне почему-то кажется, что вся эта планета, она... Ой, притянет она все-таки этот астероид, слишком уж мы близко. Причем... Красиво, кстати, заметьте, ребят, планета вращается, да? Ну, не планета, конечно, а текстурка над ней, но тем не менее. Все равно красиво выглядит. Так, привет, ребята. Поехали. Главный комплекс. Так, неплохо бы вооружиться и сохраниться. Кому пулю? Кому обойму? Сейчас разберемся. Так, дистанция большая. Ага. Ребята, валим, валим, валим. Лобовую. Ладно. Лобовую, так лобовую. Бум. А, нет, они далеко были. Я думаю, они прямо здесь. Спокойно. Спокойно, тихо. Юхую. Отступаем. Тактическое отступление никто не отменял. Бесит этот дрон. Рекс, ты чё там? Чё-то меня, честно говоря, Рекс уже начинает напрягать. Он вроде не тупой. Хотя, это я сильно смотрю. Почему-то он тупой. Ты где там? Кстати, дрон-то сильный. Ты что ж ты будешь делать? Ты только стоит переключиться на снайперку, это сразу сюда пришёл, а? Ну так ел. Отцепись. Так, кто-то еще бежит, да?
чуть сразу перегрев. Не, ну, тут неплохая такая заварушка, если честно. Охранный дрон прям знает свое дело, потому что... Ёх ты, сколько ж у вас... Блять! Так, это очень плохо. Это очень плохо, что у меня закончилось. В смысле, что у меня перегрев сейчас. Так, ну хотя бы. Так, быстро подъем всем. Всем отхиливаться. Рекс молодец, запаковался в непробиваемую броню. Тоже вроде не тупой. Давай, выходи отсюда. Давай, 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 давай. Давай. На. На еще раз. И тебе тоже. Спокойно. Отлично, хорошо завалили. Они, кстати, тоже не дураки. Подбираются ближе, достают дробовики. Поражают, что делают. Я знаю, что сейчас было очень рискованно, но я что-то хочу вывести, честно. Так, а их там много. Гарус, ну хватит подыхать. Ну что-то какой-то... Какой-то в конце-то концов. Валим, 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 валим. Валим и прячемся. Так, Гарус опять лег. Сейчас еще этот ляжет, и будет вообще хорошо. Прочные противники. Рекс, стой, где стоишь? Противники прям реально прочные. Хороший урон. Прочные щиты там по 4 полоски. В отличие от наших с вами двух несчастных. Я же вроде попал. Да хорош меня расстреливать. Охранный дрон прям, конечно, все дело портит. А сами Гарус валяется. Надо как-то попытаться снять этого дрона. Рекс, ну что ты какой тупой? Вот прям вот реально тупые. Я не могу прям. Сюда иди. И тут стой. Не мешайся. Идет. Снайперка с первого выстрела перегревается. Понятно. Зря я все-таки поставил на нее крупнокалиберку. Все, я тебя вижу. Спокойно. Опять не вижу. Куда он там прячется? А, вот. Пошел. Просто когда сразу перегрев идет, тут очень плохо на самом деле, потому что после перегрева оружие восстанавливается дольше, чем до него. Если не доводить до перегрева, оно восстанавливается быстрее. Так, ну давай, давай, высунись. Давай. Правда, у тебя уже щиты восстановились, я с первого выстрела его не убью. Вот не тупые, замечаете, да? То есть я переключаюсь на снайперку, они начинают ко мне подбегать. Я переключаюсь на дробовик. А, убегают обратно. Чтобы, мол, в ближнем бою не участвовать. Давай. Высунь нос. Видите, что делает, да? По карте вон по радару справа внизу видно. Я в этот дрон что, вообще что ли не попадаю, что-то пойму. У него так много щитов, что я ему даже не могу снайперку пробить. Я, походу, просто не попадаю, да? Понял я. А, нет, я просто промахиваюсь, все ясно. То есть тут область прицеливания очень маленькая. Прям точно в него бить. Это у него так быстро щиты восстанавливаются. Так, слушайте, какая-то проблема. Так, чем бы его, чем бы его. Ты здесь еще откуда? Две штуки не хватало. Я думал, здесь нет никого. Да зараза такая, а?
Где ты там? Что такое стоит, не пойму никак. Так, отлично. Прям реально много. У меня, кстати, такое ощущение, они серьезно не регенерятся, а? Потому что очень бы не хотелось, если бы не регенерировать. Нет, регенерирующиеся противники меньше всего нужно. Названия такие разные у всех. И граната. Рекс, а ты, кстати, где? Рекс. А, вот ты торчишь. Это мины или граната? Что это такое? Что-то нельзя разрушить. Ага, пропало все, хорошо. Гарос, а ты чё про... Я, честно говоря, не понял, почему Гарос проснулся. Или мы типа вышли из боя? Ну ок, давайте отойдем, может быть мы выйдем из боя, и Гарос опять проснется. Просто не хочется на него навык тратить, если честно. И сохраниться бы хотелось, мы уже с вами тучу народу здесь перебили. Ага, вот, они подтянулись к нам, когда мы с вами... Вроде подтянулись к нам, и теперь вроде опять отошли. Давай, спустись сюда. Тебя ждет граната. Ага, попался. Найди. Заряд дроби взад. Не, я не знаю их тут. Прорва вообще, я не понимаю, откуда они берутся, если честно. Потому что их как собак нерезанных здесь. Сверху он постоянно шастует. Так, это как-то я попал. Ладно, не важно. А, там не простреливается, это воспринят. Так, Гарус, подъем. Быстро наверх. Быстро, вообще, без вопросов сейчас. Пофиг на охранный дрон, прячемся все. Так, отсюда его будет проще снять, мне кажется. Да, определенно. Он сейчас опять карусы, блин, вынесет. Чё, всего плюс 20 экспы? Это дешево за такого-то противника. Так, панацелин на перезарядке, Гарус пока не вылечишь. Туда в меня еще лупит, я не пойму. Честно, никак не разберусь, в кого они стреляют. Хотя вижу уже гранаты. Все, одного вижу, как минимум. Еще нельзя сохраниться, да? Давайте еще понацелим на Гарус. Да кто стреляет? А, с верхнего уровня, что ли? А, вон ты где, собака. Ну, с такого расстояния, конечно, я не попаду. Я не старался. Далеко. Ага, залетел. Такие надо. На самом деле гранатками надо привыкать пользоваться, потому что штука классная. Так, спрячемся от дрона за непробиваемыми стеклами, чтобы он не мешался на себе, да? Так аккуратненько его и снайперки разберем в упор практически. Короче, не будь идиотом, присядь, пожалуйста. Куда это там забраться? Отлично. Еще есть кто? Опа, еще противник. Стоять. Высунись, высунись. Ну давай, 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 давай. Я знаю, что ты там, на тебе. Так, и последний. Вот он.
нет такого понятия, как хедшоты. Но, по-моему, кстати, все-таки урон в голову проходит лучше. Как раз хедшот. Слушайте, они точно регенерятся. Сейчас не было этой красной точки на радаре. И вдруг она появилась. Как это понимать? Ладно. Пойдемте. Или это тот самый главарь? А, вот он. Вы доставляете слишком много хлопот. Отпусти заложников, и ты, возможно, проживешь достаточно долго, чтобы объясниться перед советом. Я не отвечаю перед советом. И перед тобой тоже. Я улетаю с астероида. Если попробуешь остановить меня, я взорву эти заряды, и тогда погибнут и твоя помощница, и ее друзья. Я не могу отпустить тебя, Балок, после того, что здесь случилось. Это ничто. Вы, люди, доставили батарианцам гораздо больше вреда. Да что ты говоришь? Нас вынудили удалиться в изгнание. Ага. Довольствоваться крохами. И так целые десятилетия. А мы тут при чем? А при чем здесь эти люди? Они ничего не сделали ни тебе, ни батарианцам. Ничего не сделали? Всего лишь колонизировали нашу планету и только забрали наши ресурсы. Нам ничего не оставалось, как защищаться. Но люди сильнее нас, мы это знали. И совет знал. Но это никого не волновало. Это все вы. Вы и ваши соплеменники. Единственная причина, почему мы оказались в таком положении. Разве убийство невинных людей что-то исправит? У нас не было выбора. Иногда приходится специально привлекать к себе внимание, чтобы тебя выслушали. По этой причине мы атаковали вас на Элизиуме. Поэтому я так поступаю. Вы вынудили нас. Вы напали на нас первыми. Когда мы ответили, вы побежали жаловаться совету. Не получив помощи, затаились. Вам некого винить, кроме самих себя. Хватит! Наверное, вы никогда не поймете. Вы не хотите понимать. Я не собираюсь тратить слова впустую. Если хочешь видеть друзей живыми, лучше отойди в сторону. На самом деле, не очень понятно, что выбрать. Потому что... Сказано там, да, отпустить его и спасти людей. Ничего не понимаю. А что, если мы на него нападем, то прям мы их не спасем? То есть он сейчас, если улетит, то прям вот он 100 пудов заряда не взорвет. Непонятно мне, вот, реально. У меня, честно, большое желание его остановить, конечно. Прямо здесь. Ну ладно уж, если у нас с вами написано, что спасти людей, ну значит, выбираем этот вариант. Можешь идти, но это не конец. Я тебя рано или поздно найду. Может быть. Но сегодня ты точно до меня не доберешься. Таймер все еще работает. Тебе лучше поспешить, если хочешь спасти друзей. Ясно. Три бомбы. Поехали. Ты еще что за выход? У нас что, еще соперник, что ли? Так, вот уже плохо. Я как-то не рассчитывал на противников. Ну вынесите его, ну упор не стреляет. Ну что вы как... За камерой. Так, ладно. Подъем. Гарус, подъем. Хватит валяться. Что-то я не понимаю, а где... Просто хватит подпихать, что он все из вас ходит, что тут вообще. Я сейчас не знаю.
Да вы что прям сюда-то залетаете, алло? Да... Так, субери... Короче, на своих сопартийцев можно не рассчитывать. Тупые, как валенки, в любом случае. В упор не могут расстрелять дроида. Ладно, давайте свалим в помещение. Может быть, отсюда они нас с вами с трудом будут доставать. Так, и расстрелять их лучше отсюда, как мне кажется. Куда? Поперлись все. Что ж такое-то? Интересно, я думаю, не попадаю, по мне попадаю. Конечно, я как не привыкну, что эти стекла прозрачные. Понятно. Они, кстати, хитрые, эти засранцы. Вот здесь вроде как написано, что это взрывное устройство. Ну, судя по карте. Тем не менее, здесь ничего нет. Не очень понятно. Здорово, ребят. Теперь понятно, почему вы наверху болтались. Ага, вот первая бомба. Так... Первый пошел. Пенициллин плюс 2 это хорошо. Гарус, давай лечись. Гарус, ты что-то меня напрягаешь, если честно. У тебя слишком уж много проблем со здоровьем. 1,5 минуты на 2 взрывных устройства. Что-то мне не кажется, что мы успеем. Фокус вами. Надо же. Они сумели справиться. И вынесли дроида. Красавчик. Так, следующий взрывной, где? У меня не особо времени на то, чтобы... Так, следующий есть. Мне кажется, нам с вами лучше... Вынести его в упор, пожалуйста, пока у меня дробовик перезаряжается, а? Подъем. 20 секунд на третий взрывной. Оно, я так понимаю, на втором этаже, да? Блеск. 14 секунд. 12, 11, 10, ну, супер, 8, 7, 6, 5, 4, ну, 3, 2, 1, стоп! Это пипец какой-то вообще. Секунды мне не хватило, чтобы добежать. Почему секунды? Ну потому что на обезвреживание мне бы дали время. По-любому. Так, ясно, в общем. Одно сверху. Где лестница? Давайте, в общем, наверх. Берем дробовик. На дронов забить. Это же здесь? Я правильно бегу? Дроном забиваем, в общем. Давайте снимаем первую. Понятно. Так, давай сейчас такими пробежечками. Аккуратненькими. Так, где там следующий-то? По-моему, она тоже на втором этаже была. Да, где-то вот тут вроде бы, да? Угу. Короче, на дронах на самом деле нужно просто забивать, потому что они слишком сильно мешаются, их очень долго уничтожать. Так, готово.
Целинчик. Еще по нацелинчик. Конечно, с одним упор подобрались. Их надо расстреливать, это ежу, понятно, но тем не менее. Правда, когда мы с вами спустимся к первой бомбе и будем разваливать ее, нам все равно придется этих дронов расстреливать. Поэтому я так понимаю, все равно надо уничтожить. Но лучше сначала хотя бы. Ну, конечно. Лучше сначала бомбу обезвредить. Хотя бы. Хватит помирать, ты чего, в самом деле? Давайте-ка бомбу уже обезврежем, мы сейчас сдохнем еще. Фух ты, ё-моё. Он ушел? Это правильно? Пришлось отпустить его, а то было бы хуже. Вы же сказали, что спрячетесь в безопасном месте. Я мог бы сделать что-то полезное. Я чувствовал, что должен быть здесь. Я же как-никак лучше всех знаю этот астероид. Вот тебе сказали прячься. У вас получилось. Еще бы час, и курс астероида было бы невозможно изменить. Я сверил расчеты, Шепард. X-57 упал бы рядом со столицей. Это самый густонаселенный район. Ну... Но этого не произойдет, благодаря вам. Кейти здесь? Она жива? А ее команда? Вообще, конечно, если бы вот этот чудик спрятался, я так понимаю, у них было бы все нормально. То есть не пришлось бы этого чудика отпускать, который балок, можно было бы его грохнуть. А с дронами, то есть эта ситуация, я не знаю, они, может быть, регенерятся, то есть, может быть, там первую пару убил, вторая пара появилась, угрохал вторую пару, может быть, появилась бы третья. То есть надо было просто вот успеть все обезвредить, и мы с вами опять еле уложились. Я, кстати, не знаю, как с ними делать. Думаю, что так. В одном из помещений. Вы отпустили его, чтобы спасти людей? А это не... Вам ничего за это не будет? То есть, он же может повторить то же самое в другом месте, ведь так? Вот тот же вопрос. Вы считаете, что не нужно было спасать заложников? Пожертвовать немногими ради спасения большинства? Что? Нет, я не... Пока я на службе, никто не умрет. Пусть Балок атакует другую колонию. Я первый прибуду туда и прижму его к стенке. Не волнуйтесь так. Я-то не сомневаюсь, что вы правильно поступили. А если кто скажет иначе, я расскажу им правду. Шепард, благодарю вас за жизни моих детей и внуков. Думаю, я тоже здесь надолго не задержусь. Команды нет. Много дурных воспоминаний. Сейчас мне лучше вернуться к семье и провести некоторое время с ней. Но прежде хотелось бы кое-что отдать вам. Может, это вам пригодится больше, чем мне. У меня, как у главного инженера, есть кое-какое качественное снаряжение. Выбирайте, вы заслужили. Так, у нас с вами есть легкая броня людей, средняя броня, тяжелая броня людей, кварианская броня. И уни-инструмент. Вот уни-инструмент, он как бы его можно достать с помощью обаяния, да? Вот, то есть это вариант, типа, уговорить, да? Но уни-инструментом мы не пользуемся лично, насколько я понимаю. То есть им пользуется, если я правильно помню, Тали. Ну, раз уж его можно достать только с помощью обаяния, давайте возьмем его. Может быть, в нем действительно есть что-то ценное. Наверное, я прошу слишком многого, но ваш уни-инструмент. Мне бы он пригодился. Шепард, вы же спасли моих детей и внуков. По сравнению с этим, уни-инструмент ничто. Берите. Надеюсь, это вам пригодится. Да, кстати, вы просили меня отыскать пропавших инженеров. Вы нашли их? Еще нет. Не знаете, где их лучше искать? Есть мысли? Можно подключиться к башне-передатчику на поверхности.
У вас на сенсоре отобразится местонахождение их станций оборудования. Будьте осторожны. Всего хорошего, Шепард. Мы многим вам обязаны. Вот у нас с вами нашелся уни-инструмент, ученый 4. Ну, четверка, это уже само по себе дорого. То есть это хорошо, что мы его нашли. Но явно, что пользоваться им сможет только Тали, если я верно все понимаю. Потому что мы его надеть не в состоянии. Ну, дорогая типа штука, поэтому пусть будет. Правда, улучшений у нас с вами, конечно, никаких. Есть стимулятор тройка. Остальное все ерунда. По патронам давайте посмотрим. Радиоактивка 3, да. Вызывает у цели радиационное поражение. Молот. Датчик-гаситель, боевые датчики, уровень обнаружения, крупнокалиберка. Ну, в общем-то, ничего интересного у нас с вами до сих пор нету здесь. Поэтому, в целом, наверное, это все, да? А по поводу инженеров, не знаю даже. Наверное, мы с вами их искать не будем. Потому что это, опять же, просто побочный квест очередной. Я думаю, хватит побочных квестов. Тем более, что-то они какие-то очень тугие. Ну, по крайней мере, вот на текущий момент... Как-то очень сложно с этими противниками было справиться. Ну, уровень сложности у нас с вами нормальный, на всякий случай, напомню, да? Вот, но, тем не менее, мне кажется, что слишком сложно, потому что противники с 5 единицами щита, это немножко подозрительно. Которые, как у нас с вами, всего лишь 2. Саймон что-то тут один сидит. Давайте панацелин восполним, гранаты. Вроде бы все, да, тут мы с вами все обобрали. Это тот самый передатчик, который мы с вами видели на карте. Тот самый передатчик, который на карте видели, вот этот вот. То есть это как раз он и был, я так понимаю. Но мы с вами давайте просто вернемся, наверное, на Нормандию и уже сможем продолжить нашу сюжетную миссию. Ну, уже, конечно же, в следующей серии. Я сегодня специально сделал серию достаточно длинной, чтобы нам и побольше с вами пройти, посмотреть побочные квесты, которые мы с вами в дальнейшем будем или не будем выполнять. Это зависит только от ваших комментариев, поэтому не забывайте их писать. В следующий раз мы с вами отправимся уже на сюжетное задание следующее. И если вы проголосуете за побочные миссии, то мы будем их проходить. Если против, то, соответственно, или не будет никаких комментариев по этому поводу, то, соответственно, мы с вами будем проходить только основной сюжет. Для того, чтобы не отвлекаться, да, и успеть, собственно, выполнить нашу цель, это пройти все 3 части Mass Effect до выхода, собственно, части Mass Effect Andromeda, которая у нас с вами планируется, ну, я думаю, в 2017 году. То есть у нас времени еще достаточно, но, тем не менее, нужно постараться успеть все пройти. Ну что, друзья, вот такая у нас с вами сегодня получилась длинная и, надеюсь, интересная для вас серия, поэтому не забывайте обязательно подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски по Mass Effect и по другим играм в том числе. Обязательно пишите ваши вопросы и комментарии, обязательно ставьте ваш мотивирующий лайк, и до новых встреч, друзья, на канале deadline.ru.